Если на обычную машинку установить мощный мотор, спортивные шины антикрыло и еще много всего другого, то получится гоночная машинка, которая умеет быстро разгоняться и ездить на перегонки с другими машинками. Закончилась автогонка. А теперь давай посчитаем, сколько машинок в ней участвовало. 1, 2, 3, 4, 5. Же появляются машины. Их собирают из деталей вот на таких заводах. Давай заглянем туда и посмотрим, как это делается. Это робот. Он собирает машины. Сначала детали кузова машины соединяют сваркой. Устанавливают переднее крыло, заднее крыло, крышу, капот и двери. После этого машину красят.
Устанавливают передний бампер, задний бампер, накладки. И стекла. Устанавливают колеса. Фары. Задние фонари. Выхлопную трубу. И двигатель. Машина готова и может отправляться в путь. Эти машинки так похожи друг на друга, потому что их забыли покрасить. Давай исправим это. Раскрасим их в разные цвета. Красный, зеленый, оранжевый, синий. Фиолетовый. Красный. Зеленый, оранжевый, синий, желтый, фиолетовый. Давай соберем такой грузовик. Для начала возьмем раму.
Установим на нее передние рессоры и задние рессоры. На них грузовик будет пружинить. Установим топливный бак, глушители, задние крылья и колеса. Такую машину уже можно покатать, но сама она не поедет. Не хватает двигателя. Установим капот, передние крылья и бампер. Для водителя установим руль с приборной панелью, педали, кресло и кабину. Установим фары, задние фонари и лесенку. Машина готова. Грузовики – замечательные машины. Они возят грузы в любых условиях. Днем и ночью. По асфальту и по бездорожью. В дождь и в снег. Грузовик.